Всем привет! Вкратце провожу обзор по синолу. Что такое синол? Синол нужно употреблять перед непосредственно жиросжигающими препаратами. То есть по 4 капсулы, желательно утром 4, вечером 4. Идет полное очищение организма, подготовка к жиросжиганию. Очень хорошо в связке работает, это уже проверено практикой. 100 капсул, цена 700 рублей, недорогая, сами видите, упаковка, потому что экономичная. Но средство очень замечательное, поэтому советую, прежде чем начинать худеть жиросжигателями, недельку пьем синол и будет все айс.